На футбольном поле Центра олимпийской подготовки «Авангард» финальные баталии за Кубок губернатора. На газоне две городские команды. В этом году сельские футболисты, всего дружин было 32, выбивали из борьбы по мере приближения к игре X. Прибрежный и Ютон в этом году спорили за чемпионский трофей. Встреча началась под диктовку футболистов Ютона. К слову, двукратного обладателя того самого кубка, за который спорят и сегодня. Заряженные на борьбу игроки Прибрежного во втором тайме сумели перехватить инициативу. Счет в матче сравняли 2-2. Однако спорт есть спорт. Чемпионом с поля может выйти только один. Все ребята молодцы. Прошли не такой простой путь. Было очень сложно в полуфинальной игре, безусловно. Непростой выезд в Тару был. Неприятный, конечно, осадок оставил финал, то что в том плане, что потерпели поражение. Но все ребята молодцы, бились. Мне очень приятно играть в этом коллективе. За несколько минут до окончания основного времени матча Эдуард Бекларян забивает победный гол. Ютон в третий раз становится обладателем Кубка губернатора по футболу. Все игры – это кубковые матчи, поэтому они все будут сложные. Они были такие, которые надо было переломить. И вот эта игра сегодняшняя. Вроде 2-0 вели, комфортная ситуация, потом сравнивается. И, как всегда, кубковый матч он до конца проходит. Не хотелось бы до пенальти доводить, поэтому у нас все волновались. Тренер даже… Ну, надо было, наверное, забить. Вы в третий раз становитесь обладателем этого кубка. Благодаря чему? Ну, благодаря, говорю, команда, она очень сыгранная, там, вот именно сплав молодежи и опыта. Поэтому за счет взаимовыручки, ну, на поле ребята знают, что делать. И я, как говорил, что могут переламывать матч. Турнир стартовал 3 августа. В нем участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. Розыгрыш проходит по олимпийской системе. Сегодня состоялся финал. Я думаю, тот, кто проиграл, не будет огорчаться, а сделает выводы. И есть шанс, ежегодно мы проводим этот турнир, добиваться еще больших результатов. Ну а победители, конечно же, получат сейчас достойные призы, кубки, награды. И я хотел бы пожелать вам успехов, спортивного долголетия командам, которые поддерживают наши инвесторы, также благополучия, финансового благополучия. Ну и надеюсь, что мы с вами будем развивать городской футбол, областной футбол. Те команды, которые участвуют, чтобы они встречались между собой. И надеюсь, что следующий год мы также достойно проведем этот кубок. Месяцы футбольных баталий, и вот он тот день, когда награда нашла своих героев. Медали на груди победителей и призеров, кубок губернатора в руках чемпионов.